смеялись хихихаха над писающим столбом. А теперь, после того, как я все это прочел, я уже действительно склоняюсь к тому, что столб действительно писал. Рекорд. Крем-хруст шоу. Сейчас 29 минут, и время народных новостей. Народные новости прислал нам ты, наш дорогой, достопочтимый друг. На номер 106.3 ты прислал. Прислал нам в группу ВКонтакте. Это группа Кремова и Хрусталева. Ну, и у тебя еще есть одна возможность для бесплатного сообщения. Если ты скачал мобильное приложение «Радио Рекорд», то ты можешь присылать свои сообщения туда. Они не будут стоить тебе ни копейки. Народные новости чего там? Ну, сегодня, в общем-то, для многих наших слушателей праздник. Сегодня случилось то, что многие наши слушатели ждали не первый год, а именно обсуждение в шоу Кремова и Хрусталева театра, российского театрального искусства. Что происходит в театрах? Были ли вы в театре? Смотрите? Какие-нибудь театральные новинки? Новые театральные тенденции? Веяния? А ежели вы не ходите в театр, то у вас должно быть какое-то объяснение этому здравое. Почему ты не ходишь в театр? То есть, что происходит? И обсуждаем мы это, дорогие наши, не просто так. Напомните, господин Кремов, почему мы это обсуждаем? Да, театральная общественность несколько взволнована, обмахивается нервически веерами по всей стране, потому как в Кузбассе, в неком кузбасском театре произошел аль-скандаль на детском спектакле «Конек-горбунок», где артист со сцены, хорошо поставленным баритоном, начал ругаться матом. Ну, внезапно для некоторых зрителей. Да, а именно в детском спектакле «Конек-горбунок» он сказал следующее. Говорим, естественно, цензурную версию. «Офигел ты, царь!» Вдруг что, в принципе, сказал... не идет вразрез с концепцией спектакля, самого произведения литературного Пушкина Ершова, но и как бы и видимо, концепции режиссера. Но как вы полагаете, веера или вееры, как правильно склонять, в этот момент стали чаще? У некоторых ретроградов, знаете, вот, которые держатся за все старое и закоснелое. А вот любители авангардного театра, передового, новых форм, конечно же, ну, с радостью это восприняли. И пьяных, бухих актеров, как сообщается в новости, которые выяснилось позже, что все актеры были пьяные. Но это тоже такая суровая кузбасская реальность. Возможно, кстати, действительно, ведь это связано с нашим вопросом. А вы знаете, почему пьяные актеры на Кузбассе? Да потому что сил нет трезвому смотреть на эти рожи в зрительном зале. Понимаете, ну не может он. Ну первый раз он пришел, видит впереди, там... Ну, нажрался актер. Это снобизм ваш питерский вас не говорит. Не знаю. Ничего не говорит. Это наш вопрос вам, дорогие наши друзья. Ходите вы в театр? Что вы там видите? Как вы себя ведете? И какие вообще ваши впечатления? Чего там пишут? И нам пишут из разных уголков нашей страны театралы. Из Москвы, из Петербурга, из других городов. И знаете, действительно, вот вы зря наговариваете на Кузбасс. Советую вам взять свои слова обратно. Вот, например, что нам пишут. Например, из Петербурга. Вот слушатель анонимно нам пишет. Ходил недавно на детский спектакль в театр за «Зазеркалье» на улице Рубинштейна. Очень понравился клоун. Наверное, потому, что он был выпивший. Вот, видите? Послушайте, понимаете, вот в этом и проблема. То есть наш зритель считает, что клоун или любой другой артист не может хорошо играть, если он не выпивший. Это серьезный театровеческий, искусствоведческий вопрос. Действительно, где-то тонкая грань между талантливым клоуном и просто выпившим быдлом. То есть, понимаете, потому что некое выпившее быдло может быть клоуном запросто. Да, смотрите, как клоун. Я вам скажу, это грань. Эта грань определяется сценой. Если просто человек на улице... Это пьяное быдло. Если то же самое, а именно... На сцене этот клоун-артист. Это волшебство театра знаменитое, да? Этих вот запах кулис, да? Это четвертая стена, вот то, что о чем нам говорил Константин Сергеевич Станиславский. Да, вот как бы, она как бы облагораживает любые, да, твои? А зритель, конечно, дочитывает, да? Ведь главное, конечно, это зритель. Театр без зрителя нет, его нет. Это не просто что-то мертвое и бессмысленное. Это вообще несуществующее что-то. Конечно, вы делаете этот спектакль. И, конечно, человеку кажется,
Это, знаете, только в чем проблема? Ведь на самом деле, почему ему нравится выпивший клоун? Ну, потому что он такой же, хорош, как он. Он такой же, как он. Понимаете? Может, даже лучше во много раз, но перестаньте. Нет, человек узнал себя. Возможно, клоун был трезвый, но он в жизни, этот человек, который зритель, он ведет себя точно так же, как клоун. И поэтому вот мы обращаемся к вам, дорогие наши слушатели, из породы пьяное быдло. Все в театр. Там ваше место. Там вы найдете новую жизнь, признание публики. Я боюсь, что они уже все там. Вот это меня и смущает, почему я не хожу в театры. Потому что, насколько я сейчас представляю себе ситуацию, в театрах полнейший аншлаг. Да, реально зритель ломанулся в театр. Ну, во-первых, связано с тем, что материальное положение у людей лучше. Во-вторых, надо как-то проводить досуг. Клубы и всякое, все уже вот здесь достало. А в-третьих, люди тянутся к прекрасному, к искусству, и все ломанулись туда. И все, кто раньше были в баре, они все пошли туда вместе с тем, что они взяли в баре, и сидят там. Ну, конечно, а как вы думаете, кто там сидит? Ну, и актеры, конечно, становятся похожими на своего зрителя. Разумеется, клоун уже не может не выпить. Ну, не может он, понимаете? Всегда клоуны выпивают. Это вы зря, то есть, ничего нового, перестаньте, ну, в самом деле. Прям на сцене? Почему, из-за этого за кулисье есть для этого. Возможно, так они становились клоунами. Я даже знаю, вначале человек выходил петь в оперу, а потом стал выпивать и стал... Давайте этого клоуна в театр, да, то есть, говорят из оперы. Вот еще...
catch me at the bar and they copy what I'm drinking. See me on the street, they know I can see them staring. Better's taking notes, trying to copy what I'm wearing. I'm one step ahead of the pack, the people wanna know what I got on my back. From a t-shirt, jeans, to my hood on my hat. I'm in the future looking back, so hurry, try and catch up. You can never match up. I was getting fades when you were trying to bust a wax. Look. If we bust it, then it's hard. People keep it hard. Showing up is pointless. We'll always get to the point where you've got less. So it's a point that I really want stress. I'm the golden kid, you know, guys. If we bust it, then it's hard. People keep it hard. Fight at me.
dragon still in lie. Trying to keep ya, trying to please ya. Spinning over with your ass ain't cheap. Feel so close to you right now, it's a force field. I wear my heart up on my sleeve like a big deal. Your love pours down on me, surround me like a waterfall. And there's no stopping us right now, I feel so close to you right now.
Yellow.